Ну что, привет, мои девчухи-писюхи, с вами сыновый я, ваша ароматная дырочка, дздраперма, ака Инга Калитарчук, по совместительству Лариса Пидарчук, ваша Васиха. Ну что, ароматные дырочки, вы готовы? Сегодня у нас будет видео, это ароматы для серых мышей. Я у себя в телеге, короче, делал опрос. Вот, типа, какие кринжовые видосики вы хотите, такие интересные, нетипичные. Они сказали, хотим видео ароматы для серых мышей. А то ароматы для стерв, ароматы для шабо, вот они уже настопиздили все. Мы хотим что-нибудь обычное, приличное, чтобы ходить в библиотеку в этом, на учебу, на работу. Ну и чтобы, короче, не возникало никаких лишних вопросов. Да вообще без проблем. Ну поэтому оставайтесь со мной. Вот. Поняли? Оставайтесь со мной вообще всегда. Подписывайтесь на телегу, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, это видео, как всегда, снято с поддержкой рандеву, поэтому пользуйтесь моим промокодиком 10квасин на скидку 10% на весь ассортимент, на эти ароматы. Также найдете всю инфу в этом, в описании, в инфобоксе, в закрепленном комменте. И берем мой аромабоксик. Кто не взял, я серьезно матки вырву. 100 раз уже вам про него говорил и буду говорить. Роскошнейшую, уже вторую партию распечатали. Вообще все супер. Кто не взял, реально матки просто на выброс. Сам лично приеду и собственноручно вырву. С корнем, поняли? Поэтому берем и мозги не ебем. Вот, короче, давайте начинать. Первый аромат для серых мышей, который я вам хочу посоветовать. Вот, ну как сказать, для серых мышей. Эти ароматы не прям уж прям такие серые, они классные, они интеллектуальные. Поняли? Они интеллектуальные, они непростые совершенно. Они вот такие. Короче, первый аромат — это Радиант Мираж. Я вам, короче, о нем последнее время достаточно часто, короче, рассказываю. Потому что это и новинка, и рука к ним тянется. Это, короче, у нас пачуля. Это очень классная пачуля. И они такие необычные. Вот знаете, тут вроде я начал слышать даже османтус. Молодой персик. И вот что-то в этом духе, и пачуля, аромат прохладный, холодный. И, боже, как он хорошо звучит в прохладе, в кондиционированном помещении. Как он классно звучит. Вот знаете, аромат старого подъезда, возможно, знаете, там, где есть погреб, подвал, вот этот вот. Знаете, когда открывают в старых подъездах дверь в подвал, то оттуда несет сквозняк, и доносится вот этот вот подвальный запах. Он вот такой вот, и с такой вот кислинкой. Кислинку, наверное, дает вот какой-то персико-османтус, поняли? Волшебный вообще аромат, очень сложный, интеллектуальный. Девочки, я теку, у нас 30 градусов, я предупреждаю. Я тут, короче, напудрился, как сука, но не помогает. У меня прям ручьями течет. Роскошный аромат, прям, знаете, роскошнейший, сложнейший, незабываемый. В то же время он политкорректный, знаете. Никто с визгом от вас не побежит в разные стороны. Он прям вообще кайфовый. И вообще эта линейка хорошая. Хочу тоже добрать себе в коллекцию там оставшиеся. Там 5 ароматов вроде. Рекомендую дико. Очень хороший. Дальше мой фаворит из бутиковой коллекции Айзенбер. Вообще они тоже очень хорошие. Это Вуаль де Шипер. Смотрите, во-первых, какая красивая флакончик. Скажите же, роскошный. Такая амфора. И аромат посвящен дубовому муху. О, господи, какая роскошь. Ой. Это прям роскошная роскошь. Смотрите, какой флакон красивый. Роскошный тоже, да? Это дубовый мох. Сухие листья. Сухоцветы. Влажные тоже. Вот трава. Какие-то сены. Папоротники.
Можжевеловое, ну да. Дерево, ну в голове здесь прям дубовый мох. Ой, девки, красота просто нереальная. Осенью это роскошь. Вообще, зимой, конечно, его бред носить. Зима этот аромат, они вообще не контачатся. Летом можно в прохладную погоду носить. Но вот мне кажется, его время, это вот весна такая вот ранняя и осень. Он прям, знаете, будет коррелироваться с этими гниющими листьями, с этим каким-то мхом, таким уже старым. Роскошный аромат, знаете, он прям такой реально интеллектуальный, очень красивый и неповторимый, роскошный. Дубовый мох здесь главная нота. Вот так вот. Суперский. Знаете, и стойкий. Тоже очень хороший аромат. Вообще, кто любит шипровое направление, кто любит дубовый мох, рекомендую однозначно. Это прям мощь. Дальше. Кремовая кожа, девочки. Кремовая кожа от BDK. Видите, какие колечки красивые. Вот кремовая кожа от BDK, это очень классно. Для серых мышек, для моих зубрилок, для моих работниц, для моих стесняшек это будет кайфовый аромат. Если вы врачиха, если вы зубиха, если вы, ну короче, поняли, да? То этот аромат, что ни на есть, кстати, подойдет к вашей работе. Это мускус, замша на вот этом вот мускусе и такая какая-то неопределенная кислинка, знаете, такая вот кисловатый мускус, возможно, и табачность такая нежная, стелющаяся, как потушенная сигарета пахнет, но не сильно. И замшевая такая кожа, нежная, нежная, нежная. И все это на мускусной базе. Аромат звучит пиздодельно, роскошно, интеллектуально, спокойно, главное, знаете, нету в нем вообще, в этих ароматах нет истерии. Так вот, в них нет истерики. Они вот спокойные, знаете. Роскошная. Мне постоянно педагог по фортепиано говорил: «Васиха, ты играешь как казачиха». Я такая: «В смысле?» А он говорит: «Ну, у тебя то темп слю супер быстрый, то ты скачешь как лошадь, делаешь акценты не там, где надо. Надо играть спокойно, Кирилл Владимирович, с чувством, взгляд со стороны». Я только вот 2 года назад понял, что это такое. Это вот взгляд со стороны, вот так вот отрешенные. Ароматы спокойные, вообще ноль истерики. Дикая красота тоже прям хорошая. Я его сначала не супер понял, а сейчас понимаю. И, девочки, наше все. Шанель 19 пудре. Ирис. Не знаю, почему у меня ирис ассоциируется как-то с серыми мышками, с Катями Пушкаревыми. Вот. Вот этот вот ирис такой, ирис. Вот этот ирис такой пудровый, такой тоже спокойный. Нежный, 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 нежный. Как пудра, знаете. Такой он пудристый. Дайте я пудру достану. Может, тоже она пахнет, понюхаем. Пудристый 19 пудры. Нет, эта пудра не пахнет. Он такой, знаете, девятнашку пудры я просто обожал. Меня почему-то недавно спросили: «Васиха, ты вот показываешь просто девятнашку, а пудры не показываешь». Вот я такой: «Ты чё, ёбу дала? У меня 19 пудры практически самый любимый». Вот я обожаю девятнашку пудры. Я ее обожаю за то, что она такая нежная, знаете. Нежная, роскошная, спокойная и также без истерики, знаете, без криков, без вот этих акцентных нот. То есть она звучит спокойно, размеренно. То есть, знаете, никакие ритмы не нарушены.
Ирис здесь такой глубокий. Даже вот он цветочный, вот аромат. Но он такой вот прям интеллигенция, знаете. Глубокий какой-то ирис. Вот так вот. Нету в этих ароматах истерики. Неспокойные, размеренные. Ну, вы поняли. Поэтому, девочки, серые мыши, это не только такие забитые девчонки, серые мышки, такие интеллектуальные ароматы. В этих ароматах можно пойти в библиотеку, в еботеку. А если вы шаболда-проститутка, то можно спокойно этими ароматами маскироваться. Типа, я такая, сейчас пойду, сиськи покажу, а потом приду домой, и муж ни о чем не узнает. Потому что от меня пахнет такой вот интеллектуалкой, индивидуалкой. Поняли? Вот так пишите ваши такие спокойные ароматы для библиотеки, для серых мышей, для Кати Пушкаревой. Вот, обсуждение в комментах открыто. Ну и обязательно подписывайтесь на мою телегу. Не подпишитесь, реально жопы вырву. Серьезно. Последнее китайское предупреждение. Кому сказала? Все. Давайте, девочки. Люблю, целую, до новых встреч. Лавки, целовавки. В рот берушки, в попу попрошайки. Вот целюлю в целлюлит. Давайте. Arrivederci. Arrivederci.